Всем здорово! Здорово, добрый день! Всем привет! Сейчас. Как думаете, что делаем? Когда выйдут новые выпуски? Сейчас покажу. Знакомые лица, нет? Таз подаешь вперед, корпус ровный, назад не падает. Вообще, Настя, привет, привет. Проблема? Помаши ручки в камеру. Короче, мы в таком вот женском составе сидим в Олимпийском, в офисе, и монтируем вам седьмую серию. Я восьмую уже смонтировал, она у меня уже в компьютере. Сейчас с Настей доделываем седьмую и вернусь домой, поставлю заливать. Поэтому, надеюсь, завтра будет. Ждите. Должно быть интересно. Мне, во всяком случае, очень нравится. Свободно. А что смотришь? Свободно. Губы. Это либо боковая, но смотри, что тебе больше идет, либо чуть полуразворот. Настя, серый. Серега пишет, нет? Пишет. Серега, Настя пишет, все нормально. В мире красавчик езжи. Ты скажешь, аж после Тая. Красавчик, езжи. Зачем нужно? Саня красавец. А какие хороший и умный парень. Или какие места, которыми надо поработать? Где есть жир, где нет, где есть мышки, где нет. Настя, какую программу монтируешь? Adobe Premiere. Adobe Premiere, Настя монтирует. Я в iMovie. На семинар успел, сделали семинар в 8 серии, посмотрите. Вася в Америке. Настя, работай быстрее. Защитница твоя. Черт, Настя, прикалываешь. А насчет внешности не смущают такие люди? Нет, не. Ну как не смущают? Не смущают. Конечно, непривычно. Но если бы на улице встретил такого человека, немножко по-другому бы отнесся, нежели уже к Сане после того, как с ним пообщался. Конечно, мое видение тоже Саня поменял в том плане, что теперь, когда я увижу на улице, я не отреагирую, как там 90% всех нас, увидев бы такого на улице, да? То есть все равно мы в каких-то стереотипах живем все. Кто-то просто в большей степени, кто-то в меньшей. Почему ты избегаешь темы фармакологии? Ну, я считаю, что не каждый должен об этом говорить, потому что очень много смотрят людей и маленьких, так сказать, которые не имеют собственного мнения, и что-то сказав, ты им даешь как бы команду к действию. Поэтому я считаю, лучше тишина, лучше вообще молчать, нежели говорить. А почему будет скучать по тайским каникулам?
циклом, они еще не закончились. Еще как минимум две серии на моем канале. Еще Дима Ешанькин несколько серий выдаст. Еще Саша Шпак. Еще сейчас все начнут только выдавать. Еще смотреть и смотреть. Вы что? Была идея насчет иностранцев, но это тяжело организовать. Братайские каникулы 3 ответил 8 серии. Посмотрите потом. Нужно отработать вот повороты. Григорий, а как мне